30 декабря, в преддверии Нового года, в Театр оперы и балета были приглашены члены правительства и работники аппарата, а также министерств и ведомств республики, где в торжественной обстановке глава республики Александр Захарченко поздравил всех присутствовавших с наступающим Новым годом и пожелал всего самого наилучшего. 15-й год, я уверен, для нас будет годом побед, свершений, исполнения всех наших желаний. Уважаемые друзья, хочу отметить, что 2015 год, который мы вместе с вами прожили, для нас был годом испытаний, но в то же время годом достижений. Вы все, вся наша Донецкая Народная Республика, совершили чудо. Те достижения, которые мы сделали, свершили, в истории не повторял, не делал никто. Уверен, что не было до и не будет после. За это лично от меня и от всего народа Донецкой Народной Республики вам большое, огромное спасибо. Потому что благодаря вашему труду, вашему героизму мы смогли сохранить промышленность. Мы смогли наладить нормальную работу сельского хозяйства. Мы сохранили угольную отрасль. Мы создали Министерство финансов и Центробанк. Мы создали все институты власти. Уважаемые друзья, мы создали государство. Мы делаем, мы работаем. И скажите, в следующем году ошибок будет меньше? Но раз ошибок будет меньше, тогда мы с вами сделаем то, о чем мечтали, о чем будем гордиться. И самое главное, сделаем так, чтобы гордились не только мы, а гордились наши дети, внуки и правнуки. Уважаемые друзья, еще раз поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, благополучия. Здоровья не только вам, вашим близким, семьям. И желаю всем нам победы, которая нас приведет к миру. Это, наверное, самое главное. С Новым годом! Далее началось награждение главой почетными грамотами за достижения в работе и ударный труд наиболее отличившихся работников. Всего было награждено около 60 человек. Были награждены главы и представители городов и районов республики – Макеевки, Горловки, Дебальцево, Докучаевска, Енакиево, Ждановки, Шахтерска, Углегорска, Зугреса, Кировского, Ясиноватой, Тельманова, Амвросиевки и Новозовского района. После официальной части начался праздничный концерт для присутствующих в исполнении артистов Донецкого театра, оперы и балета. Love.
Дмитрий Зиньковский, Геннадий Горбунов, специально для Новороссия ТВ.